ЛКшный, что ли, регнул? Нет, давай РБКшки вначале, это самое главное. РБК! А, ну все. Все, идем, короче, на 7 штук. Щит нахуй не пролетел. Ну что там, где каска, где все дела? Погоди, Паладин. Дай броню мою, доберите на. Тут заказ, наверное, нету. Вроде собрали. Сейчас погодите, бафну. Так. Каска. Шаман наш, нет? А, конечно, наш фул гепать. Че, я нить и все или нет? Или вы будете против? Да нить. Ебать, я 18 кнопок нахуй нажал, все что есть. Пиздец, фул прожим отдал вообще, блять. Я в целка 25 герб нахуй так нажимал кнопки, ебать. Серьезно, я дал две длани, блять, я дал сакру. Пиздец, я дал БЗ нахуй. Короче, всю ману впустил, короче, на нас. Да? Пиздец. Соберите, тащил из гроба. Мне кажется, не время с нами шаман из гильдии. Как-то не посещённый наш план. А давайте пылить. Я распылять жму, что будет реги, отдадим просто и все. Я реги отдам раньше, а он у нас топ-чат. Попозже и качну, может сам буду чуть-чуть. Все-таки чарка охуенно. Представляешь, если бы не было у чарки, мы страдали. Если бы мы денег отдавали на Тору. Лучник отворачивает. Ну ты в курсе, да, здесь? Угу. Он по рейду и башит хорошенько так. Как эти, блядь, толканы? Яростью пока вообще проблемы большие. Еще 6000 дэн. С яростью единственный вариант — это берсерка вкачивать, чтобы ты прожимал тоже ярость иногда. На один хотя бы. Не, я ее не прокачивал. А еще иногда видишь, как бывает такая фигня, что он просто стоит и не бьет его, пока там не переключишься, блин. Я не слишком громко клацаю? Нет. Ты дал как молотком на затылок пробил нахуй?
меня это есть арканитовых отмычек, что поэтому сундучок открыть. Они эти открыть. Там зеленки бывают. Да. Сейчас открою. Потом их. Я просто тоже умею открывать. Просто ты уже заявился. Открывай. Давай. Ты на эге, я на сундучке. Сутулый идет. Да, давайте его спулим. Сутулый. Обычно у РБК тоже вешает статик хилл к снижению. Или это только рисунок? Помнишь? Не помню. Он броню... Не броню. Шипы включает. Эффективность снижения... Ой, как он упал? А как упал соберить? Агро на мне, чё за хуйня? А потому что я говорю, он включил шипы, его бить в этот момент нельзя. Соберить и слабый, и он себя убил. По пекински или по войцки? По войцки. А чё, блять, не могу утонуть? Почему у меня забагался лут? Вот весь какой-то лут лишь. Потому что его пролутали, а все уже тебе не достается. А ты зачем всех-то собираешь? Мысли. Ну, я могу. Паладин. Я же паладин. Не могу пройти мимо трэша, блядь. Ну чё, пришли зеленочку фармить? Или чё? Реально, не могу утонуть. У меня все эти... Даже если я первый ставлю, у меня это... Ага, они едят сейф, блядь. Здесь можно пробежать, интересно? По этим, вверх. Что-то я сколько распыляешь, и ни разу мне камень не упал какой-нибудь. Какой камень? Ну, я имею в виду. А если мне не падать, я начинаю нервничать. А если начинаю нервничать, я начинаю все не едить. Вообще лук мне забагался, какой тревог для этого ПП. У тебя там малой сидит рядом, да? Да. Когда да. Видите? Тотемы, видал, какие красивые? Это у гоблинов такие. Чё они делают? Чё они делают? Лечат его. Гоблина? Прикольно. Видит как бур для рыбалки. Вот видишь, шаман у нас какой? У нас тотемы, видишь, какие красивые? Да, вижу. Много места занимает он. Там трепет. Шаман у нас гоблин, вот у него тотемы такие красивые. Там могли. Ну
Я реально лут буганулся, не могу его достать. Кого ты не можешь достать-то? Ну, я а лут оба... тут по приоритету бывает. Вообще ничего не могу. Если ты тут моба не будешь держать, мы вайпанемся. Короче, этот моб тебя в небо запускает, в курсе, да? А, он ваншотает еще. Касты сбивает. И спиной ко входу стой, чтобы он тебя не запустил в небо, а то ты улетишь куда-нибудь. Да, не улетишь. Если ему касты сбьете, он не улетит. Тяжело тьмы. Какой касты запускающий у него там? Бля, какой пиздатый макрос на отмену сака. Хуй до прожим. Знаешь же, да, про этот макрос? Cancel aura, Bob. Ох, нихуя себе, у меня еще потянул. Я полетаю чуть-чуть. Не, не cancel, а cancel aura. Два бафа, и божественный страж, и... один из них, по-моему, священный страж. И у тебя камень не забудьте забрать. И у тебя остается только твой прожим, который по тебе урон уменьшает. Че, Лимон, камень забыл забрать. Твой камень. Да это не ласт, босс. Там еще. Я говорю, я не могу утонуть. Вот этого босса надо забирать камень. Не забаган лут, блять. Я не могу. У меня синий вот этот черный мешочек, блять, лутать. Релок пропиши. Релок пропиши, и ты появишься здесь же. Релок? Все. Да. То самое чувство, когда Фрост, блять, в патинах, короче. Венкун вам 6 ДПС. Это откуда? Дайте, какого я левела Фрост. Откуда ты линкуешь? А, бронь? Ну, камень говори, пойму. 257 уровня, блядь. И левела. Вот с этим нахуй. Драма не лут, не могу взять. Добычу дым тут им еще не могу взять. Че там за камень? Че там лежит, босс? Ну как какой? Обычный этот отваги камень, который надо собирать. Блять, я не могу его собрать, нахуй. Ну ладно, сейчас после пати релогнемся, да, пересбор делаем, видишь, багается лут, бывает хуйня. Это ребят там поумирали. А пыль иллюзии здесь же дорогая, да, вроде? Не. Это просто Войт их повел и сказал, что я сейчас всех убью и их ваншотанула. Масса воскрешения. Так, где он? Гильдейские бонусы, блядь. Где? Воскрешаю! Бейся пока, я воскрешу их. Крепись от... Давай, я БЗ. Я колдую, вар вас воскресит. Танцуйте. Сука.
Я первый раз здесь вижу, чтобы бары просто воскрешали. Все, пошли босса бить. Жаль, что все это было напрасно. Скоро ваш народ черный властелин перебьет. Какой там подбитый ДПС, а? Я вижу, вот там ты КД. Я не могу забрать, не могу там то. Вот, не восприим. Че, блядь. Пошел ты! Теперь не могу забрать. Я ему даю, блядь, таунт. Я ему даю тройной. Мне пишет, не восприим, че. Че мне делать, блядь? Или ты хочешь за ремонт платить? Хочешь, плати. Хочешь, лови бы. Я ж не специально это делаю, чтобы там выбесить тебя, правильно? Это не долбоёб какой-то. Только для того, чтобы агро забрать. Так. Делайся макрос на отмену БЗшки. Всё. Что за полсекунды отменяются. Говорить бог на. Ты же тыкаешь макрос, это всё. Никаких проблем. Ой-ой-ой, блядь. Что-то, по-моему, люди не с той ноги стали бить чуть-чуть. Почему? Да вон, ДПС там срача, блядь, на 3 минуты, нахуй, развело. Мне похуй, нахуй, срёт, блядь. Мне тоже похуй, я линку. И меня очень насрать, кто там чё, блядь. Я сказал, не нравится, есть кнопочка ЧС, нахуй. Да, не нравится, да дай ЧС, блядь, на этот. О, башка на ретрик. Тебе нужен Соберон? Он не здесь. Он не. У него 245, я не сколько помню. А тогда я себе возьму. Да, ты регаешь-то. Погодите, не регайте, мне надо релу. У меня забагался лут, я ничего лутануть не могу, я проебал эссенс. Сейчас сделаю репати. Давайте, сгоняйте. Перелогнись, главное, выйди из мира. Я пойду, пока кристаллик получу. Давай. А чё, титан здесь дорогой, да? Ой, да так, закасать голды. Ты нет, кого регнул-то? Ну ладно, давай уже эту принесем. Я вроде нажал РБК, ну ладно. Тут я точно все низить буду. Соберите, давай быстрее заходи. Заходи, тебе эссенция нужна. Папа. Саба, заходи по Шурику.
точил, каких нафармим, блядь. На нас напали. Ты можешь тут вообще в ДД спекнуться, бля. Берите, короче, АФК, пойдем так. Говорит ему, отойти нужно срочно, срочно. Да он сейчас будет полдня висеть, блин, из-за него лут просто. Мог бы каску дать, пошел. Че, да. А почему дают каску после выхода из места? Что за хуй? Че, шаман тоже стоит в АФК, блин? Не знаю. Нельзя пока кикнуть. Хорошо, что мы, кстати, не регнули. Сейчас соберите АФК бы стоит. И хуй чё мы смогли бы ДПС. А мне кажется, он просто ЛКТ не хочет идти. Не знаю. Он офнулся. Надо подождать. Во, перелутать могу. Я тебя опять забагался лут. Что за дерьмо, а? Все, лучше так идем. Не надо никого нового. Сейчас босс. А, это ватаката. В гильдии какой-то срач там за ГП, надо будет почитать после ПП. Роме, я не могу замок открыть, у меня, короче, отмычка давала. Слышишь? Ромарио агро. Розарио агро, блядь. Держи сейф. Я не могу открыть. Отмычки говно. Там смот бесконтовый. А что это за разговоры, гильдия? Он вот домом пишет. У меня НХ снова, ролю Наршама и Лема, как ноуспек без ГП. Это где вообще? Это в инсте? Это Шреддер типа начал, блядь, что отдавать шмотки все, которые ненужные в рейде, а не дизить их, а отдавать кому-то без ГП. Ага, хуй там.
Не согласен. На олл-спек, типа, имеется в виду. На олл-спек за половину ГП забирать. Да я просто буду ходить и говорить, мне не нужно, ну, если надо, то отдайте. Я уже проходил эту тему. Это то есть давно. Все бесплатно будут забирать. Я а уже потом, проходил. Когда... Ну, я поддерживаю эту тему, но в том случае, когда вся гильдия фуловая, просто нахуй, да. Делать уже нечего. Когда нужно людям одеваться, вот, такое, не прокатит. Там найдутся, блядь, сразу найдутся умники, которые начнут без ГП забирать на офспе. А на самом деле будут их офспе. Как обычно, хочу за ГП. Я не могу добить его. Вверх. Где шредер придет? Что за шредер? Кто это? Кого завали в этот дискорд? Не пришел, значит не хочет. А, Вредер это шредер, да? Вредер? Слушайте, по поводу штрафов по ЕПГП, давайте хотя бы пробно 10 раз меньше пока что начислять. Не, это не то, я это проскинул для прикола, это, блядь, не ГПП, который я скинул. А, это не обращайте внимания, да, это пацаны просто показывали... Тут очко горит просто за ГП на успех, за шмот. Ничего страшного. Вот это не надо читать, это вот то, что... Да, ГП... это можно просто тупо игнорить, блядь. Надо я просто он вот это рассказывает, что типа вот на успех типа набирать. Я с таким же этапом мог уже давно себе Элим одеть. Да? У меня Элим реально убор. Как скажут, что у нас хилов перебор и нужен Элим ДД. Все, не вопрос. Элим у меня будет читаться мейн спеком, и я его буду одевать. Все. А хил у меня станет оф спеком. Но это только тогда, когда реально будет сказано, что все, хилов у нас много, нужны ДД. Все правильно, вот самые конкурентные, бесконкурентные классы это хилы и танки, это классы, которые да. Нужны гильдиям. Если у вас в гильдии нету хилов и танков, то это, ну, это плохо. У нас нет гильдии, ага. Грубо говоря. Хилы и танки должны быть свои. Хилы должны быть, знать, кто как танки должны знать, кто на что. Когда вот этот костяк сыграет, вам не будет страшно. Танки у вас уже есть. О, Вредер, да? Ты говорить Хорошо. Можешь? Да, могу. Ну-ка, нет, объясни. Нет? Да, слышно. Что мне интересно, что ты там развел? Что-то какое-то беспокойствие у тебя или что? Что ты хочешь вообще? Нет, смотри, какая штука. Я просто подумал, в этом, в ГП-системе, ну, у нас как бы недочет. Ага. Поэтому есть такая функция, типа, отдать шмот, на дезенчант, або отдать шмот, но не на дезенчант. Без ГП, ну просто вот человек там потестить что-то хочет, или там офспек, понимаешь фишку? Я понимаю, когда на офспек нужно двоим-троим, то да, тогда я понимаю, за ГП отдавать. А когда, нет, то ну, если ты забираешь один... Это чтобы начислять. Если ты забираешь один, ты ее получишь вообще за 4, ой, за 10%. Какая разница? Здесь нет такого, Роме. Здесь нет 10%. 5 есть, смысл? Да? 25. Смысл? Смысл, чтобы... Зачем вообще начислять? Это минимальная цифра. Шмотка стоит 300. Смотри, шмотка, даже вот, которую ты пояс показал, сколько она? 215 или сколько, я не помню. Больше. Сейчас, куда мне знать, сколько она стоит? Надо иметь ЕПГП с собой. Сейчас посмотрю.
Я не понимаю смысла все равно. Я не понимаю, 3, о чем вы говорите. 248. 412. 248. Нет, у меня есть основной спех. 412 да? на моей спех. Я еще раз объясняю, я сейчас вас слушаю, я не понимаю, что вы говорите, это просто набор слов. Какая у тебя проблема? Не надо цифры никакие говорить, проблему скажи, какая проблема? Какие шмотки без ГП отдаются и в какой ситуации? Я же объяснил бы только что. Шредер считает, что если офспек никому не нужен, то пусть люди забирают его хотя бы за любую бесплатную. Я не согласен. Пусть забирают за 10% ГП. Я тогда, Шредер, вот так бред буду ходить, да, и говорить, мне это все не надо. Ну, допустим, ну потом когда-нибудь, может быть, я просто потестить надо будет, и все. И хорошо. Я так волю буду, зачем, да, забирать. Зачем давать на дезинчант шмотку, если ее кто-то может взять и улучшить свой, как бы, показатель? Так а в чем проблема? Если у тебя танков спек, допустим, тебе нужна шмотка, ты идешь редко. Упала шмотка на танк. Там ты не хочешь, чтобы ее пылили, но не хочешь сливать за нее полгп. Вы же меня не дали договорить, я же тебе объясняю. Тебе начисляют ГП, там по 100, по 200, да пофиг. Потом у тебя основной спек как бы страдает. Вот тебе надо будет пуха какая-то по основному спеку. А у тебя уже ГП, блядь, там за офспек. Ну тогда собирай основной спек. Собирай основной, да. Потом уже второй. Вот я так и делаю, я просто примерно вел, что там на танка шмота три шмотки распилили, блядь, просто распилили, они нахуй никому не нужны, блядь. Так а что меня, ты типа, удивляешься? Я не знаю, что ты удивляешься? Ты не хочешь танчить, люди не хотят танчить. В чем твое удивление? Танки это не просто так, это от бога дано. От бога дано? Я, блядь, целых 25 героек танчил, блядь. Леща, блядь, да мы не рассказывали. Мы все танчили, вот я лично... На этом сервере, раньше, когда я играл на нормальных серверах, мне просто... Вот у нас была ситуация, у нас было два танка, они полностью оделись, а потом шмот просто раздавали, кому попало. Один забил на игру, меня забрали как ОТ. Ну так это всегда так будет, всегда люди будут кто-то забивать, кто-то будет... Будут, у нас шмот на дезинфиант идет, хер на танки будут. Так что ты беспокоишься? Может, проблема забрать за 50%? Я ж не беспокоюсь, мне вообще или... пофиг. Я предложил просто, как можно улучшить, типа, как бы, систему. Так начни играть танком. Не, он не хочет играть танком. Улучшить систему. Ну вот распылили те шмотки, и бог с ними. В следующий рейд пойдут люди, которые хотят там копивать этот распек, и заберут шмотки. Если не пойдут, ты будешь танковать? Конечно. Будет танковать. Найдутся я люди, которые танковать. Будут хотеть это делать. Боди, есть танк, есть ДД, у меня есть танк. Я есть танк, есть ДД, блин. Пожалуйста. Я сейчас приоритет в первую очередь. Я сейчас собираю. Я рулю на ус. Только есть, допустим, а не как это просто ретри, а если, допустим, предбиз шмот. Как 264? Я тебе так, вот так сейчас скажу. Прежде чем вот этот вопрос поднимать, у тебя гильдия, так сказать, одета на 30%. Прежде чем что. Возьмите его, возьмите. Продолжай, Роман. Я не могу лидеру... Я тебе говорю ситуацию с прошлого рейда. Я такую ситуацию много раз... Войда, лидер. Войд, возьми шану быстрее. Я это видел, я это предлагаю, как можно улучшить, чтобы было как бы лучше. Ты понимаешь, что люди начнут злоупотреблять этим? Конечно, начнут. Ладно, пусть будет на дезинчанте и будет не одетый. Ну да, это, блядь, да. Если бы эта шмотка им нужна была, они бы, блядь, ее забрали за ГП. А если тебе эта шмотка нужна, и ты хочешь, блядь, еще и схитровать, нахуй, в это время ты идешь до дальше... Все будут так делать. Я иду, мне нужно на ДД пуха. Я на нее собираю ЕП, вообще нихера не ролю. Ни печеньки, нихера мне там, блядь, одеваться, что одеваться можно. Ну вот. Зачем так я делается по ЕПГП системе? Да. Шредер, это та же самая ситуация, когда я ничего не ролю. У тебя 150 тысяч ОД, что ты тут начинаешь, не ролишь ты ничего. Тебе ничего не надо. Ну вообще-то мне точно так же на офспек нужен. Ты вообще видел моего Элима, который полуголый ходит? Не видел? Нет? Так, а ты понимаешь, не надо. Зачем за нее требовать ГП? Она вообще никому не надо. Ладно, Вредер, как тебя зовут нормально, по-нормальному? Вредер. Как? Юр, проблема не в том, чтобы давать это, проблема в том, что люди начинают злоупотреблять и пользоваться этим. Подожди, вот в самой системе в этом даже ГП это функция есть, понимаешь? Это ж типа встроено даже есть. Смотрите. Это вот по лутмастере такая функция. Ребят, ну, смотрите, да. Я вам расскажу на примере. Если мы на нее придем, она появится, то есть рано или поздно тупо появится все равно. Если не я придумал. Смотрите.
не перебивайте, я вам скажу. У нас была такая система, у нас тоже была такая проблема, что люди хотели брать шмот, если он вообще никому не нужен, себе на успех. В чем проблема брать его за 10% от основной стоимости? Или за 20%? У нас отдавали за 10%. Если никому вреди не нужна, отдавали за 10% на успех. В том случае, если она только одному человеку нужна вреди. В чем проблема за 10% забрать? Я забирал вот две шмотки на рыбалку за 10%. Ну что она тебе даст эти 10%? Ну начислил ты 10%. Не бесплатно. Какая разница? А почему нужно давать бесплатно, если она никому не нужна? Другие будут недовольны, понимаешь? Понимаешь, в чем дело? Другие будут недовольны, которые забирали за 25% за 10%, они будут недовольны, если другим будут отдавать ее бесплатно. Короче. Плюс, а никто не сможет проконтролировать. Распылишь ты ее на рейд. Я чисто предложил. Я же не говорю, что для меня. Я просто увидел, что в ЕП-системе присутствует такая фишка. Я подумал, это логично. Можно предложить. Смотри, это логично, когда у тебя 100 человек в ГИ. Когда реально очень большая нагрузка на вещи. Когда реально вот такая ситуация. У нас сейчас получается так, что у нас перекос. У нас все хотят быть ДД, но никто не хочет танчить, хилить. На самом деле, танков хилов проще всего одеть. То есть у вас не хотят танчить, наверное, потому что танков одели и одевают другие. Хотят доходить на своих танков, так? Ну, в основном, у народа танки частично люди не умеют, во-первых, танками играть. Частично некоторые танки кривые. То есть, грубо говоря, смотри, очень часто... Ты пропал. Очень часто что? Ты пропадаешь. Очень часто что говоришь? Короче, не слышно тебя. Пропадаю, да? Да. Танки, как класс, очень сильно подубиты. Реально нормально танчит только ДК. Паладин, этот как танк, просто мертв. Все. Я не согласен. Мы паладин – это офф танк. Ты что, ебанулся? С него реально агро рвут, он агро не держит. Паладин не мейн танк. Паладин не мейн танк. Если есть рога и хант в рейде, с паладина не сорвут агро. Вот, это уже начинается условие. А ДК без напула, понимаешь, танчит. И вот есть такие ситуации, когда подожди, вот... зависит какой ДК. Роли подтверждайте, там, кто в пати, алё. Паладин, да, АТ постоянно, типа, но суть-то в том, что если нормальный паладин рукастый, он может и так вот держать агро, если есть правильно хотя бы один напульщик. Смотри, вот фишка в том, что у нас упирается так, у нас есть, грубо говоря, очень жирные ДП и полууголые танки. То есть, например, не просто там наролили себе шмота, они же должны еще его зачарить, засокетить нормально. И после этого они будут танками, которые не будут рвать агро вот так без вообще безошибочно. Понимаешь? И вот реально вот они вроде бы все говорят, вот что мы хотим там танков по чуть-чуть. Сейчас хилю, секунду. А выходит так, что они начинают собирать танков, а они недоделанные все. Вроде бы все вещи на танков собирают, а... реально ничего нету. Не знаю, если нормальные танки, либо нормальные игроки, они даже хреновые чарки на то поставили. Я вон только начинал играть, у меня даже голды не было на сервере, я искал, блядь, чтобы вставить один сокет долбанный, блядь. Ну да, согласен, нормальные чувачки с 230 начинают чарить. Правильно, если это у тебя основа. Правильно, а если у него это офспек, то покажи мне, кто будет офспек тупо вот так вот тащить чарки, сокеты, фул. Когда у него он мейна не может одеть полностью, а естественно... Не надо распылять. Ситуация какая, у меня два персонажа, у меня тут на армсе фул, блядь, зачарен за сокичен, блядь. Танк фул зачарен за сокичен, блядь. Также на паладине все два спека нахуй зачарены за сокичен, блядь. Я играю только полтора месяца тут, нахуй. Месяц. У меня второй спец есть, как бы, но он слабый. Ничего не прочарено, камни нет. Потому что я делаю упорно. Знаю, если хотите, он возьмите мне 10-ку, 25-ку целка. Посмотрите. Фикси микрофон, нормально. Лимон, я тебе еще 3 дня назад сказал. Что? Да тебе слышно ужасно. Это ужасно. Хорошо или плохо? Я, кстати, его нормально слышу, но у меня лаги из-за потока. Окончание глотаешь ты. Я отпускаю кнопку, потому что я танчу. Когда я танчу, я прокатываю. Кто здесь говорит? Чё? Короче, вот я себе сделал приоритет танка. Я буду его одевать в первую очередь. Потом ретрик. Я не буду
мне будут давать ГП за 10%, 20, 25, сколько там, да. Мне насрать. Потому что я знаю, что я умею играть. Я играю хорошо, получше многих. Я не понял, да, где да. Нас этот войд гребаный? Как бы не в чей камень, просто по сравнению с подавляющим большинством, которые не знают своего. Я играю за ебе. Ка-ме-по-ва-пу. Да, как и все, кто пришли с экспертом. Честно, эти люди знают, да. Что им надо собирать? Два. Короче, ты Файра начал качать? Да, у меня 61-й уровень. Я почти готов с тобой уже меряться. Почти готов. Все. Понедельника, да? После 13. Да. Слышь, ты меня достал, серьезно. День рождения, ты понимаешь, жду прилив. Да с делов-то. Я вас в Аркане всех уделаю. Посмотрим. Слышишь? Я посмотрю Турена, какие эти самые расы. Походу мы зря ржали над Туреном, потому что у нее есть шанс нанесения критического удара и критического урона, да. То есть, если ты бьешь критом, если ты бьешь критом, Войд стоит моя рода. Моя, блядь. А я. Не, вообще, вот в реале... А что за гоблин летает? На парашюте хотел в руду сорвать. Кто-то там про Аркана говорил. Когда типа 277 шмот оденется героический фул, то Файр по-любому лучше будет. Однозначно. Люди, которые сейчас там... 277 оденетесь, игра в принципе перестанет уже иметь смысл. Брось, тут другие инсты. Брось, еще есть 11 тысяч очков, блядь, ачивок, нахуй. Тут может и больше, блядь. Льду открою, будем льду. Не понял, заедлый мастер-матор? Что? Виночка с вас на льду. Ну, ачивка дрочер. Я первый раз на паладине... Меня киданули больше... Не знаю, у нас вот кто пришел, на прошлом сервере у всех 11+. Ну, кроме меня. Я не занимался подобным. Не знаю, у меня там под 9000, не фул, конечно, но 8 с чем-то тысяч на маге, на майне. У Гурыча вообще фул, у него не было только с арены, а так вообще фул у него было. Что? Что вы, там все книжки какие-то искали. Да. Фирню. Сделай все квесты. В смысле все квесты? Ну, хранитель мудрости, да, по всему миру. Чокнутый, блин. Хранителя мудрости не сделаешь тут. А есть квесты, которые не работают, и за счет этого ты регион закрыть не можешь. Ну, а есть еще такая фишка, то что, допустим, определенные локи, в альянсе квестов, допустим, 600, в орде 400 в этой локе. То есть люди реролились, меняли расу чисто, чтобы сделать квесты себе. Ну, тот, кто запаян на этой херне. Это задрот. Ну да. Ну, каждому свое. Я не понял, где у нас Войд? Не знаю, вон бежит. Может, вот этого босса на этого босса Войд нам нужен будет. Че там этот придурок с элементалями? Нет. Другой придурок, который стаки вешает. Танк. Че там? Умираю! Ты там, я вижу. Че там обсуждение закончили? Я вот. По ГП мне, да. А ГП тебе дали, Войд. Ну и че в итоге решили? Да вроде и ничего. Да ничего пока не решили, пока чуть-чуть народ не приодвинется. Ждем, вот куда пошел! Пошел. Бежит. Ладно. Бежит, убегать туда. Мелики по 200, а не больше. Надо просто понимать, что РЛ, который занимается раздачей лута, он должен понимать приоритеты гильдии. Он должен это все понимать, не просто так. Ты понимаешь, просто-напросто за 4 месяца вождение Мидвея он уже реально устал от того, что народ ливает. Чего ливает? Мы реально одеваем. Ну, народ специально, знаешь, как из разряда не расценивает вообще ситуацию как таковую. То есть он не рассматривает преступление... Дай боб! Кому? Не. Нахуя тебе боб? Все. Смотри. Да я дальше буду. Я не хочу бегать. У нас люди зачастую не всегда ждут, когда оденется достаточное количество человек, чтобы, например, куда-то идти. То есть они, им же вот
все и сразу. То есть им все, ну грубо говоря, ну знаешь, как из разряда люди, которые пришли, все, они один раз там 25, они закроют один раз 25-ку, и все, для них смысл жизни закончился. Все. И вот, грубо говоря, точно так же. Они вот оделись у нас, грубо говоря, пошли дальше, где-то что-то вот закрыли и все, и ушли с сервака. Все. Роник, верни плечо нахуй. Смысл тогда держать таких людей в гильдии? А ты на определенном этапе их не можешь никак... Я на трансмут, тебе зачем они? А, я тоже не могу, блядь. Ты что, не перебивайте, что ты говоришь? Смотри, то есть, грубо говоря, на этапе их не получается выявить. Вот они точно так же вроде бы или по чуть-чуть, а когда добираются до планки, например, 245-250, грубо говоря, чтобы их, например, там те же самые джоки взяли куда-нибудь, еще куда-нибудь, то они там, типа, да, они там и туда идут, но они там упираются в планку того, что от них требуют качественный онлайн, качественную игру, а они тупо не готовы. Понимаешь? И они постепенно начинают сдуваться, и все, и для них игра уже закрывается, все, заканчивается. Ну, то все. Есть, вот, грубо говоря, и отследить таких людей на раннем этапе, ты их никак не отследишь. Ты их в любом случае чуть-чуть переодеваешь, и все. И они дальше идут. Все решает очень просто. Если такие люди попадают в гильд, то нужно эксплуатировать их время. Если они эксплуатируют, делается это очень просто. Допустим, пушки бисовые и триньки ролятся от определенного количества ЕП. То есть побыть в гильдии, скажем так, месяца 2-3, нафармить необходимый приор, даже не приор, а необходимое количество ЕП. И тогда ты только сможешь что-то ролить. Все очень просто. Вот, теперь смотри, сейчас мы опять упремся в тот хорошо, момент. Смотри, я проберу ЕП. Потом вы были, например, у меня там есть там 5000 ЕП, а какого лешего вы там типа бисовую шмотку пылите, которая мне на мейн типа спех нужна будет. То есть вот в такую типа теорию мы упремся. Нет. То есть вот будет. Нету ЕП определенного количества, нету шмоток и нету никаких претензий вообще, блядь. Нет, да. Хорошо. А если я свою все ЕП потратил, и что тогда я не знаю. Ты ЕП не тратишь. ЕП ты не тратишь. Это не ДКП система. Ты не тратишь ЕП, просто начисляется ГП, который срезается. Ну, списалась ЕП, и все, нету у меня ЕП. И он не списывается, ЕП начисляется. Как он списывается? В раз в неделю ЕП списывается 15%. ЕП и ГП срезается. Все, ЕП больше не списывается никаким образом. Ну, срезается и ЕП, и ГП на 15%. Ну, не, мы конкретно про ЕП говорим. Он говорит, что ЕП у него забирает. Нет. ЕП не забирает. ИП может забрать, если слаки. То есть у нас вот Биб как делает. Он не ГП минусует нас. Хотя может и ГП дать. Он минусует ЕП. Кто там АФКшит на трэше, минус, блядь, сотка ЕП. Эта система только идет в ДКП системе. Это в ЕПГП может. Да, это в ДКП есть. А в ЕПГП нет. Что только не придумают. ГП, ЕГП, ДГП, блин. Просто одна единая система там должна быть. И все. А там уже придумают. В каждой гильдии своя система. Это типа кто как хочет, так и может. Да. Блядь. Да, вы запарили меня раньше. Нечем, нечем. Два таунта. Мы изначально пришли к ЕПГП системе там спустя 3 месяца, потому что, ну, реально была жесть. Люди, еще большая текучка была, нежели при ЕПГП. То есть, да, сейчас народ меньше начал с текучкой. Да, 100 голды. С меня, наверное. И что дальше? Хочешь танка, еще полтинник поебей. Почему была текучка? Ну, потому что народ тупо не ждет, пока, например, смотри, у нас вот есть, как тебе объяснить, грубо говоря, народ выдает 4К ДПСа в рейде, но он рассчитывает поднять свой ДПС путем одежды, одевания более высокого уровня шмоток, не путем того, что он научится, например, играть, full charge socket сделает и свой класс разберется, а путем тупого гона за шмотом. То есть, люди в гильдии не нужны, сразу говорю. Правильно, смотри. Но вот эти люди начинают появляться, а как только ты понимаешь, что они вот такие, естественно, они тоже понимают, что их, грубо говоря, рассекретили, и они благополучно двигают дальше следующие. Все, пусть ли нахуй нужны. Вот, вопрос, то есть в данной ситуации, то есть, но в любом случае ты его хотя бы чуть-чуть, но одеваешь. Чуть-чуть одеваешь. И вот...
не настолько много людей, кто вот оставались, цеплялись и все, и упирались, и все хотели играть вот именно с людьми, с которыми играют. Если у человека нет, знаешь, почему, интереса, блин, вообще, нахрен нам нужен. Знаешь, почему с гильдии в основном люди выливают? Они не из этого вообще выливают. Они доходят до предела. Я вот заметил, на Сирусе люди играют. Вот Олчат, он ходит буквально 2-3... Ой, в смысле не 2-3 босса, 5 боссов на ЦЛК. После Сурка они просто перестают играть. Рейд может спокойно идти дальше, они уже сами не идут. Просто не хотят. И есть такие люди, которые, если видят в гильдии, что они раз сходили, два сходили, три сходили, и все, и рейд, и только до Сурка и обратно, а ну, конечно, они будут ливать. Я не, как бы не знаю. Знаю. Нет, тут немножко другая ситуация. Люди хотят идти дальше, просто не все могут. И проблема в том, ну, блин, как вам объяснить? Ой, нахрен блин. Нахрен тебе эти мобы, блин. Потому что фир будет. И будет тебе скелетом. Ты жми. Я подумал, как сформулировать, я скажу. Каждая моба почти по голду дает, ёптану. Да. 5 голды скелетит. Ах, кстати, уже дают меньше, блядь, голды на. Да, короче, чуть-чуть понерфили, больше было. Да. Не думал, что они могут просто ливать, бо им что-то не нравится. Смотри, грубо говоря, они, смотри, грубо говоря, когда их собралось, например, толпа человек с 5к ДПСа, естественно, проф не закрывается. И у них начинается, знаешь, как из разряда надежда. Они ищут, грубо говоря, после этого дальше более сильную ги, в которой будут более сильные игроки для того, чтобы их тащили выше. Вот как-то. Я тебе про что говорю. То есть это мигрирующие вагоны фактически. Ну вот как мне агро забрать, блядь, с армцы нахуй, объясни. Кидают таунт. И пизд. У меня армс, блядь, наравне со мной по агро, что за хуйня. Так, ребят, я на кухню, потому что у меня супруга сейчас вообще фарш отправит. Все, давайте. Еще сходим. В общем, это самое, пока бомбитесь по поводу ИПД. Все, мне кажется, будет это, все проблемы по мере поступления. Что там, вроде ты говорил против биндеров, нахуй, и кликеров? Ну, в смысле? Что ты хочешь? Какой по... дешмот, какой... А, ты хотел посоревноваться? Не буду, следующий... Сейчас тебе покажу. Подождите, я пойду перекушу минут 10. Ты меня, блядь, автоатакой должен был придамаживать. Пошёл. Да, смотри. Что смотри, блядь? Твой общий полный ДПС. Отчет, полный отчет инсты. Кто ты? Я полный отчет инсты, если я, сука, без бэша. Так ты тут решил прожаться в самом конце, да, и такой вообще героем вылез. Потому что всегда ДПС меряется с одного босса, а не своего. Я парада. Тебе общую дал, и все, вот и ты съел. Боже, свое. Все. Алло! Вот. Да мы сейчас еще сходим, не прерывай. Честер, привет. Куда уйдете? Че ты там, алло, 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 слышат тебя все или ты пропал? ЦЛК 10 оп пошли, че, бля, сидим? Вала ебем. Ну, прикинь, Честер, череп упал. Я бы пошел на один рейд, пойдет 5 варов, нахуй, похоже. Честер, прикинь, череп упал. Да? Да. А вы что, ЦЛК 10 обычку пошли? Да, вот твой там ролим, не знаю, кому сейчас достанется. Сука, давай мне, блядь. Да пошел ты, лучше а бы мне хилит? Достаться. Кто хилит? А? Кто хилит? Алчат? А кого ты слушаешь? Они в РБК там что-то, бля, каких-то боссов бьют. Понятно, короче. Честер, собирай 10 оп. Два танка есть, фурик есть. Нет, я тоже фурик. Два фурика есть, протопал есть. Мультя, пошли с нами. Пошли. Давай. Это до профа, да? Да все убьем, блядь. Ча тоже убьем. Изи. Давайте. Это, в принципе, первый канал, вообще проблем нету. Блядь. Да, я похаваю, подожди, я тут с футбола пришел. Ага. Давай да. Через 30-40. Давай, приятно. Короче, вы пока прислоните, кто пойдет ссылка десятку. Я не хочу, блядь, ссылка десятку.
Ну, в смысле, мне пошли череп надо. Пошли ЦК-10, мне череп надо в натуре. Всем нужен череп. Сколько у тебя в танке, Мастер Волк? 445. О, тьфу, блядь, 245. Угу. Нет, 3 вара там точно делать нехуй. 2 еще куда не шло, а 3 вообще пиздец. Че, ты сейчас рейд хочешь собирать-то? Мы же